И эти 13 атрибутов, о которых мы будем далее говорить, они в Коране или же в Сунне пророка многократно упоминаются, либо прямым текстом, либо смысловым. Очень много раз. Либо в Коране об этом говорится прямым текстом, либо же по смыслу передается. И то же самое в Сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И это следующие атрибуты. Существование. Сейчас просто перечислим, а потом будем разъяснять. Существование, единственность, вечность без начала, вечность без конца, существование Аллаха без нужды в ком-либо или в чем-либо, Его могущество, воля, знание, слышание, видение, жизнь, речь и отличие от созданных, бесподобность созданным. Вот это 13 атрибутов. Аш-шарху анна хазихи ас-сифат ас-саляса ашрата аль-ваджибат лиллахи тааля таджибу маарифатуха аля кулли мукаллаф ولا يجب عليه حفظ ألفاظها بل الواجب اعتقاد معانيها.